Могу сообщить, что пациент находится у нас в больнице. Состояние его тяжелое. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких, но состояние его стабильное. В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы в точности определимся с диагнозом, но тем не менее симптоматическое лечение, все, что требуется на сегодняшний день, проводится в полном объеме. Мы работаем над всеми, исключаем, подтверждаем и работаем. Более подробно, к сожалению, конечно, я не могу вам сообщить. У нас есть 323 федеральный закон, который запрещает разглашать любую информацию о диагнозе, лечении и так далее, без согласия на то пациента. Большое количество исследований уже сделано. Ряд диагнозов, которые мы предполагали, исключены. То есть диагностический поиск сузился. А конкретно по времени я вам не могу сказать. Пока мы с вами общаемся, проходят дальнейшие обследования, там, осмотр специалистов и так далее. Медицинская помощь оказывается лечебным учреждением, теми сотрудниками, которые являются теми врачами, медицинскими сестрами и младшим персоналом, которые являются сотрудниками лечебного учреждения. Конечно, если приедет какой-то человек, который будет какая-то информация, возможно, вы можете донести.